16 декабря прошлого года стало известно, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова впервые стали родителями. У них родились близнецы Николас и Люси. Это событие пресса назвала «конспирацией года», ведь певцу и его возлюбленной до последнего удалось сохранить такое событие в секрете. Анна и Энрике никак не комментировали данные, получившие широкую огласку. Поклонники звезд нетерпением ожидали подтверждения радостной новости, но кумиры упорно хранили молчание. И вот вчера Энрике и Анна впервые поделились фотографиями с новорожденными. Сначала Энрике выложил в Инстаграм снимок прелестного малыша в полосатом комбинезоне. «Мое солнышко», — подписал публикацию испанский певец. В свою очередь Анна опубликовала в микроблоге фотографию, на которой она запечатлена с младенцем, одетым в комбинезон серого цвета. «Мое солнышко», так же, как и певец, подписала фото Курникова. Поклонники пары активно прокомментировали фото. Многие предположили, что Анна показала второго ребенка и пожелали наследникам знаменитостей всего наилучшего. Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова начали встречаться в 2001 году. Певец познакомился с теннисисткой во время съемок клипа на композицию «Escape».